Приветствую вас. Для начала, я думаю, что обратить внимание стоит на то, что вы подвержены эмоциям и стрессам, как вы говорите. Это само по себе является уже симптомом психологических проблем, соответственно, ваша чрезмерная эмоциональность говорит о наличии ряда противоречий, которые стоит разрешить. Это первое. Вот. То есть эмоциональность может свидетельствовать о том, например, что вы склонны свои эмоции в той или иной степени подавлять. Эмоциональность говорит о том, что атмосфера в вашей семье была нездоровой. Эмоциональность говорит о том, что вы, ну, либо вас баловали сильно, как младшего ребенка, либо наоборот, всячески запрещали вам как-то вот себя проявлять, да, при этом сами, при этом самостоятельно проявляя свои, ну, эмоции. Вот. Также повышенная эмоциональность — это всегда повышенная потребность в защите. То есть вы вот такое ощущение, да, что хотите защититься, просто, ну, просто защититься хотите. Вот, и, соответственно, это нужно исследовать, это нужно прорабатывать, то, что вы вот защищаетесь, так, таким образом. Дальше, стресс. Стресс — это, как бы так сказать, бесплодная попытка изменить окружающий мир. То есть в некотором смысле вы не отказались от идеи о том, детской идеи о том, что мир вокруг вас можно изменить, можно переделать. То есть вы не научились принимать в мире какие-то вещи, какие-то факты, какие-то явления. Вы не научились это делать, и в результате вам, опять же, это добавляет такого вот негатива, к сожалению, который ведет вас в никуда. Вот. Это первое. Второе. Вы должны, то есть, долженствование, далеко не лучший расклад в деле родительства, в деле того же материнства, например. Совершенно точно это не лучший расклад. Поэтому данную историю, данную ситуацию можно выводить с нескольких сторон. Первое это желание оправдать ожидания других людей. Вот вы говорите, что я должна дать, там, как вы говорите, обществу достойного, там, значит, человека. Откуда это? Кто вам сказал?
Откуда вы это взяли? Почему вы так решили? Дети, для вас это что-то негативное. К сожалению. И на мой взгляд, чтобы вам ну, скажем так, изменить свое отношение к ним, к детям, ну, нужно увидеть в них радость, для чего необходимо, чтобы вы позволяли себе больше. То есть, чтобы вы позволяли больше себе, чтобы вы позволяли больше себе слабости, чтобы вы, позволяли себе там, какие-то вещи. Вот. Которые сейчас, например, не позволяют. На мой взгляд, такая вот история. То есть, с одной стороны, необходимо отделить себя от ожиданий других, с другой стороны, необходимо признать свои слабости, в-третьих, необходимо, как бы вот, отдельно выявить, почему к 30 годам, пишите вы, с моим молодым человеком собираемся завести детей. Вы даже еще не семья. Вот. Вы даже еще не не поженились, вот. А уже по сути говорите о том, чтобы завести детей. Мне кажется, это вот такая история, да, как излишнее планирование. Такая история, как излишнее планирование, оно ни к чему вам. Так что тут тоже надо смотреть, насколько вы адекватно, насколько вы корректно относитесь к созданию значит, ну, своей семьи, вот, насколько вы искренне относитесь к своему молодому человеку. Вот. Дальше. Вы пишете, избавиться от страха перед детьми. Может быть, его стоит раскрыть? То есть, от него не надо избавляться. Вот. Не нужно избавляться от страха. Его нужно раскрывать. Вот. И соответственно, нужно подумать, чем вызвать
ваш страх перед детьми. Вот. Вот в этом направлении нужно двигаться. То есть вот тут в чем-то вы видите для себя опасность. Вот. И когда вы для себя поймете эту самую опасность, тогда будет легче. А так вы сейчас хотите про это взять и подавить свои эмоции. Дальше. Я ненавижу, пишите вы. Ненависть это означает, ненависть означает препятствие к спокойствию. Вот. Соответственно, дети как-то лишают вас спокойствия. Это и нужно исследовать. Как конкретно дети лишают вас спокойствия? Чем это выражается? Как? Дальше, значит, так, с одной стороны, я понимаю, что надо воспитать нового человека, научиться ему сознать сама, дать обществу достойного представителя. Вот моя мотивация. Это не мотивация. Вы хотите воспитать идеального социального индивида, но ни в коем случае не личность. То есть такой ребенок не будет чувствовать себя любимым. Вот. Понимаете? То есть это не отношение абсолютно к ребенку. Об этом я рекомендую вам задуматься. То есть вы хотите воспитать просто. Идеального социального индивида, который вот ни в коем, к сожалению, случае, да, не будет чувствовать себя хорошо, не будет чувствовать себя комфортно, вот. Таким отношением. А если он не захочет, например? То, опять же, это говорит о том, что вас в детстве воспитывали для определенной цели. И старались планировать, вероятно, вашу жизнь. То есть, что-то вы делаете сейчас, по сути. С другой стороны, это у меня вызывает абсолютное отвращение, все физиологическое. Тут, опять же, скорее комплекс. Комплекс, что вы должны быть идеальны. Комплекс, тут и брезгливость, и все вот это, а это вот из семьи. Это из детства. Идет у вас. Вот. Я так думаю. То есть вот то, что вы не любите все физиологически, говорит о том, что вы отвергаете, ну, отвергаете, отрицаете, как бы, и хорошего в этом, к сожалению, ничего нет, вот.
Дальше, то, что фигура изменится во время беременности, то что ребенок придется кормить грудью, то еще хуже, это как-то унизительно брать. Ну, видите, да, здесь какие-то стереотипы, здесь у вас предубеждения. То есть, ну, все это скорее вот именно комплексы такие, что я буду не такой, что я буду другая, что я буду хуже. Тут нужно будет его трогать, купать, мыть, переодевать, терпеть крики. Мне кажется, все сразу за ребенка, то моя жизнь становится, станет невыносимой. Любит полная длину, и, как представлено, что маленькие дети могут плохо пахнуть, становится так мерзко. Ну, так потому что это чужой ребенок, а вот ребенок, он... Все это будет по-другому. Другое дело, что готовы ли вы стать матерью, да сейчас, 22 года, говорить об этом очень рано. Судя по тому, что вы пишете, вы еще не готовы стать матерью. И, возможно, никогда не будете готовы. В таком случае детей заводить не надо, потому что это выбор. Кто-то может... Кто-то может не заводить детей, это, в общем, нормально. То есть история здесь все. У вас изначально есть позиция, что я должна, понимаете, это история позиция, история такая, что я должна, говорите вы. Вот. Я должна уметь иметь, точнее, ребенка. Вот. Вот, в принципе, такая вот история. То есть, у вас изначально нет свободы. И вряд ли родители относились к вам как к обузе, а не к свободному выбору. И вы свободы выбора не видите. Не видите, что можно обойтись без этого. Это смешно, но я смутно надеюсь, что через 7 лет будет технология, когда можно будет вырастить ребенка в инкубаторе и сразу под ладони, сразу отдать. Ну и зачем такой ребенок? То есть ребенок, который никогда не получал человеческого тепла и не был никогда с родителями. Ну чем? Вам бы само было хорошо, если бы вас так воспитали. Я сама в семье младшая, мне старший брат отца, детей даже в своем детстве не любила. Но это вот связано с тем, как относились к вам родители. То есть тут возможны, конечно, варианты. Либо родители вас ставили всегда выше. Вот. Либо слишком много было ограничений. Это нормально стремиться в детстве к детям. Если вы этого не делаете, тем более не любите, значит это подавляло. Подавлялись ваши вот спонтанные естественные свечи. То есть как бы плохо пахнуть, капризничать, срыгивать, это нормально. Это все нормально. Это естественно для вас нет. Это неправильно. Надо ограничивать родителей, вероятно. Собачь, когда пройдет время, я так и не хочу никаких детей, я делать это потому что надо, не хочу. Все правильно. Времени же достаточно, чтобы постараться выработать позитивное отношение к материнству, насколько бы я не думал о хороших сторонах, плохих всегда оказывается намного больше. Плохое хорошее, это оценочное суждение, пока вы не готовы. Вот. Пока вы просто не готовы, Татьяна. Что вам здесь посоветовать? Индивидуальную работу можно порекомендовать. Можно порекомендовать от необходимости рожать, отказаться. Потому что с чего взяли, что вы именно должны. Вот, ну, то есть, ну, с чего вы взяли. Почему у вас такая мотивация, что надо воспитать нового человека, научить всему, дать обществу достойного представителя? Почему у вас такая мотивация? Что это за реализация через ребенка? Что вам самой нужно реализоваться, если речь об этом? Вот, начните с этого. Такое ощущение, что вы сами не реализовались, вы сами не самоутвердились, думайте о детях. Вот. Ну и плюс ко всему, вот это вот планирование, которое мешает вашей спонтанности, оно тоже делает свое дело. Вот так. Я вижу вашу проблему, скажем так. Психологи не советуют, психологи работают, можем поработать с тем, что вы подвержены эмоциям и стрессам. То есть тут у вас немного такое жертвенное поведение, жертвенная такая позиция у вас.
Вот, в этом смысле. Вот. Что касается выработки позитивного отношения к материнству, можно, но опять же, мать это как бы состоявшаяся личность. Вы не состоявшаяся пока еще, 22 года. То есть вам нужно самой реализоваться, обрести зрелость. Пока этого не произойдет, детей вам заводить не стоит. Что касается выработки позитивного отношения к материнству, можно делать, но вам это лучше делать, опять же, с психологом. И опять же, тогда, когда подойдет время, возможно. А сейчас лучше поработать над стрессами и эмоциями, которым вы подвержены, как вы говорите, и над развитием своей спонтанности. Вот. И над принятием себя, принятием у себя всего физиологического. Над отходом от вот этого правильно, неправильно, там, мерзкого, это все, то есть оценочные такие суждения. Вот. Над проработкой детско-родительских отношений. Вот. Вот так, я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!